try that again, asshole! Обезвреживать бомбу, что ты на лекции помнишь? Look where you're going. Может, ты для начала откроешь снаряжение сапера, которое лежит? И оттуда уже достанешь кусачки, а не плоскогубцы. Больше действий отыгрывает в слэш ми. Открывает снаряжение сапера, запятая, пробел. Достает из снаряжения... Что достает из снаряжения... Не кусачки надо, а тебе надо замкнуть проводом. Провода замкнуть надо на бомбе. Подумай, чем ты можешь замкнуть провода. Или не замкнуть, а проверить и... нужный провод, который тебе нужно резать. Надеюсь, ты меня понял, типа, что я объяснил. Время тикает, если что. Подумай, как называется этот предмет, который энергию высчитывает, ну, может посмотреть через провода. Сколько там, где энергия больше идет. Я читал это в лекции, должен знать, в принципе, но время сколько пришло? Не тестер, нет. Детектор АДС. Что детектор АДС? Я тебе и напоминаю, детектор ЭДС. Не АДС, а ЭДС через Э. Э, а не А. ЭДС. В слэш Б измени. ЭДС. Просто и звездочку поставь, это изменить называется. Не резать, а разрезать. Резать. Что ты резать собрался? Резать ты колбасу будешь дома на для бутерброда, а здесь тебе надо разрезать. Прекратить подачу у этого. Да, ты через трай отыграл, провод ты нужный нашел. Слэш трай отыграй, типа слэш трай. Сейчас. Блять, откати этот понос, блять, который ты сейчас высрал в чат. Это не то.
вот так отыгрываю. А у тебя осталось уже 5 минут. Вот, теперь берешь кусачки и перерезаешь провод. Да, молодец. Теперь дай профессионал покажет. Передай мне ПРП это все говно, которое ты в руках держишь. Да, подожди, я хочу сам тоже попробовать. То у меня по-другому как-то забиндено было, но пусть будет там. Ладно. Хер с ним. Watch it. Клади на стол. А, нет, упакуй в снаряжение пока. Не в чемодан, а в снаряжение просто.
Вот и все. Изи. И смотри, я начал, получается, в 49 минут и закончил в 52. Уложился за 49, за 3 минуты, по-моему. На 4. Да, за 4 минуты уложился. This was a clean suit. I can sue you for harassment, you know! Watch where you're going! Ну, погнали. Я уже отыгрывал то, что лежит.